мы гостей встречаем хлебом, солью, звонкой песни и теплом души. День рождения нынче отмечаем, и гостям всем рады от души. В Большом зале Дворца культуры особенное выступление. Юбилейный концерт ансамбля «Россиянка». Символично, что день своего основания коллектив празднует именно здесь. Яуза – ровесник творческой команды. Посмотреть на артистов прибыли поклонники народной музыки со всего Подмосковья. Я просто очень люблю русские песни. Ну, в семье у меня пели очень хорошо родители, поэтому я как-то вот стараюсь приходить на все концерты, которые вот... на эту тематику. И я тоже немножко пою, и для поднятия настроения очень хорошо. Чем дома сидеть, лучше ходить на концерт. Несмотря на богатый опыт участниц коллектива, каждый следующий концерт воспринимается ими как нечто новое и уникальное. Мелодичные голоса исполнителей сопровождаются звуками ложек, баяна, балалайки и бубна. Завершает образ аутентичные костюмы, будто переносящие зрителей в сказки далекого детства. На живое выступление пришли мытищницы самых разных возрастов. Динамичные частушки помогают отвлечься от рутины и почувствовать связь с вековыми традициями. Под аплодисменты зала самые талантливые вокалистки получают почетные грамоты. После этого на сцену выносят бело-красный торт с тремя свечками. Каждая символизирует декаду упорного труда. В конце совместное фото и подведение итогов за прошедшие десятилетия. Я в ансамбле с самого основания. Я с удовольствием всегда ходила на репетиции. Мы пели, начинали с фольклора, то есть у нас были фольклорные песни, потом перешли на авторские песни. Я всем советую петь в хоре, и вообще петь, и наслаждаться песней, и петь всегда от души. Огромное внимание участницы «Россиянки» уделяют совместной работе с молодым поколением. Например, хореографическим коллективом «Радуга». Мы будем выступать сегодня с номером «На гулянье». Это такой очень интересный номер. Мы играем так, будто бы мы пытаемся у старших девочек отнять платочки, а они нам не разрешают. У нас происходит такая игра, и мы хотим показать это на сцене, чтобы зрителям было тоже интересно на это посмотреть. Творчество народных ансамблей – образец профессионализма и любви к своему делу. Позади 30 лет бурной сценической деятельности. Впереди – намного больше. Сергей Берзин, Евгений Ощепков, Михаил Петров, Лала Керимова, Первый Мытищинский.